Крыльцо не делал сегодня, был очень занят. Попытался его, значит, опилками засыпать и поливать, но их сдувает, как только они высыхают. А высыхают они мгновенно практически, потому что не знаю, сегодня была какая температура, просто жуть. Вот. Но поливал, поливал, поливал и поливал. Много поливал. Думаю, ладно, сегодня пусть оно мощнее возьмется, чтобы два дня прошло. Так, курочкам нашел новый корм. Это трава, которая растет на краю озера. Прям сочненькая такая. Они от нее ничего не оставляют. А вот те, та трава теперь, которая растет здесь, вот она остается у них так и лежать. От всю, что приношу с озера, наверное, целую тачку притащил. Всю склевали. Прям вот без остатка. Нежная была травка. Засадил картошку. По новой технологии выложу ссылку на свой канал. Че? На свой основной канал. Как новой технологии? Ну, сам придумал, притащил с озера вот эту мульчу. Тачек, наверное, 5 или 6 у меня получилось на 7 рядов. Много сдобрил. Надеюсь, что будет все хорошо. Завтра жена приедет уже. И вот ей предстоит все это пахать. Ну, в смысле, полоть. Потому что заливал я тоже хорошо. И вместе с нормальной травой, да, как ее, с нормальной культурой, типа салаты и все такое, перла еще и трава, естественно. Я представляю, что у нас там на даче происходит, где мы картошку основную посадили. Там, наверное, жуть. Вот. И вопросик так сразу зрителям, кто соображает. Вот вода зацвела, но это фиг с ней, мне поменять-то недолго. Я вот хочу спросить насчет, чем поить курей? Может, вот как раз вот такую зеленую воду давать? Или все-таки со скважины чистую набирать? Потому что это как-то водоросль называется, она вроде как питательна. Стоит ли вот набирать отсюда воду и кормить этих, поить бройлеров? Или чисто? Ну вот вопрос повторяю. Вот, что сегодня еще? На работе был. Бутенгер из Миссинг, или компрессед было, что-то такое, восстановил. Еще приехал без всего, пришлось поехать обратно. У ребенка сегодня был концерт танцевальный. Пока все собрали, мамы же нету. Собрать мне даже носки, рубашку, брюки специальные у нее там есть. В одну кучу, это вообще проблема. Смотрите, как интересно легла арматура, да? Пластиковая. Вот она такая. Смотрится. Неоднозначно, скажем так. И думаю, что все. Вроде закончил я все дела, которые там меня могли отвлекать. Это вот в частности картошка, посадка каждый день. Мама, я картошку посадил, если что. 16 июля. Июня. Нормально. Вот, и завтра уже начну. Потому что если я бы закидывал сюда шлак, я бы запортил маленько бетон. И поэтому сегодня, ладно, думаю, пусть постоит, помощнее будет. Ну, уже можно будет тоже залить пару раз и снимать опалубку. Ну, а приглашение на стрим, да, естественно, сегодня сделаем стрим. А вот завтра, в пятницу, не будем делать стрим. Мне надо отдохнуть. А завтра много-много-много кто стримит, чтобы я не растягивал внимание, чтобы вас не отвлекал, себя. Может, я кого-то хочу посмотреть, хотя маловероятно. Вот. И уже будет стрим следующий в субботу. Там как раз либо в субботу, либо в воскресенье будет Арнольд и Зевальд Константин. Может, в куче, может, по отдельности. Ну, Арнольд, я так понял, более свободен, а Костя сейчас в Москве, в Питере где-то там гуляет по набережным зачем-то. Сходил, покупался, подсмыл. Вроде бы все на сегодня. Устал, да, устал. Больше от жары устал. Вообще никто не работал. Вообще. Вот сейчас вот вечерком повыползал народ. Слышно, что-то там косы включили, поприезжали. Но в основном приезжают поливать. Чтобы кто-то где-то работал. Я вот проходил мимо. Ездил когда вот в Карасук несколько раз. Ну, в город имеется в виду. Ни одной души. Как повымер народ. Ну, зной вообще редко у нас работают. Даже вот этих братьев с юга не было. Видимо, им тоже очень жарко было.
не выходит. Значит, тепловой удар, все такое, опасная штука, потом вырубает тебя на неделю просто с работы. Ничего делать не можешь. Ладно, пошел выкладывать.